Всем здорово, дорогие друзья, с вами я, Фильм Скуртернов, и сегодня с вами Прозюмка в Грейнчестер 2. Ну, что я вам хотел бы показать, баг такой, ну, секретный баг такой, ну, не знаю, типа такой, типа новый, типа, баг, секрет, то есть, типа, секретный баг, о, да, секретный баг или нет, или секретный люк. Ну, в общем, он связан с тем, что, типа, то, что дедушка будет одним из бабушек. То есть, я не знаю, как по-другому это сказать, наверное, подумали что-то, я не знаю, что-то другое, но... Так вот, сейчас они читают, должны быть, идея. Повторять прям все, что... То же самое, что и со мной. Ой, что? Вот, вот здесь. Он повторяет все то же самое. Фе... Вот видите? Теперь также бабка должна прийти. Только не знаю где. Видите, он нас не атакует, потому что не может. Вот! Смотрите, прикольный, очень сильно прикольный. Как же это, где, блять, где, блять, где, где вас то ли, где, даже непонятно, как, блин, нас может, мог кто-то... Как мы вообще, блин, выжили, если нас он... буквально кости сломал? Как мы вообще выжили? Так, вы видали этот баг. Ну-ка, он остался или нет? Я проверю. Так. Хуя. Так, вот это база, кажется. Она, кстати, такая красивая, в ливийном свете. Кстати, а что будет, если в воду провалиться? Ну, что-то интересно стало. Откуда эта труба исходит? Все отдохнули. В самом месте, я думаю, это бог. Ну ладно, вот еще раз вам. Все. И. Поехали. Нифига. И... Понятно, то есть если мы туда упадем, то мы так же, как и вас. Телепорт. Стопудов. Так, все, бабка должна прийти. Прямо в дедушку даже. Да, даже на войти. В буквальном смысле этого слова. Ну-ка. Но. Прикольно. Но в первый раз было получше. Это вот такой секрет. Ну а это еще не все. Блять. Во, видали. Во, в смысле, это че ушло, я не понял. Нормально. Нормально. Обратно становись в него. Во! А, ну все за тем, что я двигаюсь. Она, то есть, не понимает, где, не может меня поймать, потому что я сижу на бутыле. Просто сижу и не может меня поймать. Потому что, не знаю даже почему, табак вот такой, который в будущем, наверное, пофигся. Вот. Вот видите, как дедушка входит. Прикольно выглядит. Реально прикольно выглядит. Реально прикольно выглядит. Прикольно. Может повторять этот баг и угорать над этим. Реально прикольно выглядит. Да не бегу туда что-то. Кому-то не пытаются поймать, я не знаю. Муху какую-то. Или еще. Не, ну этот рили так прикольно выглядит. То есть они вообще никак не могут попасть. Так.
Ой. Я воду упал. Ну ладно. Так, сейчас вам покажу ключ. Сейчас еще раз так провернем. Жалко, что мы в воду в конце упали. Ведь если я упаду в воду, то это существо схватит. Ну это да. Оно же не может обитать в одном месте и все. Так, кидаем все. Ага. Санган. Бабушка-то пошла в другом месте. О, вот, смотрите, как красиво. Вот если я сейчас встану, то это все. Это конец. Ну так прикольно выглядит. Даже очень прикольно. Сейчас еще не раз. Ну ладно. Прикольно. Ну ладно, дорогие друзья, думаю, на этом можно закончить. Всем спасибо за просмотр. Был я. Жизнь крутая.